Девушка, здравствуйте, у нас тут ДТП. Я ГАИ вызвал, поговорим попозже. Я ГАИ вызвал, сейчас ГАИ приедет. ГАИ приедет, поговорим. Вызвал? Да? Скажи, стоило на того? Что? Меня подрезали. А я тебя подрезал? Да. Стоило. Ты подрезал, стоило, да? Стоило. За что, обиженный что ли? В смысле? Обиделся что ли? Я справа ехал, а ты ехал по пробке. Ну и что? А? И что? Обиделся что ли? Я ехал справа, а ты ехал по пробке. Это ты обиделся? Что? Это ты обиделся? А что тогда, мог бы поворотный ключ, я тебя пропустил бы? Так ты ехал по обочине. Ты ехал по обочине, ты должен... Ты ехал по обочине, должен был меня пропустить. Я включил поворотник. Ты не включил там, у меня где регистратор, хочешь пойдем покажу? Так зачем? ГАИ приедут, ГАИ... ГАИ... ГАИ приедут, разберутся. Да. Давай. А что ты ведешь себя так? Как? ГАИ. Как? Ну обиженно ведешь себя ты. Наверное, перепутал, он ложится в 6, встает в 9. Смешно, да, потому что ты обижен на всю жизнь. Я обидел, я обидел. Аварийное видео. А зачем он так сделал? Выходи, мразь! Ты что сейчас сделал? Не выходите. Но я не увидел вас, извините. Ну что вы делаете? Я сейчас дверь твою на голову надену, ты! Мы сейчас милицию вызовем и тебе наденем, я понял, осёл вонючий? Стой, давай, подожди-ка! Мразь, сейчас тебе... Пусть едет, а? Не выходи! Я тебе сейчас... Я тоже снимаю все. Все снимаю. И мы в прокуратуру напишем заявление за такое поведение. Ты вообще с кем связываешься, осел? А ты зачем остановился?
Ты знаешь, сколько за оскорбление заплатить штраф можно? А я снимаю видео, в прокуратуре встретимся. Урод. Да не связывайтесь, зачем вам это надо? Да говорит это. Кто тебя учил со второго ряда поворачивать? Он тебе это сказал? Ага. А куда он поворачивает здесь? Он? Да. Ты хоть на знаки смотри. Ты хоть на знаки смотри. Там со второго ряда можно на... прямо и право нам можно. Там прямо и направо. Там прямо направо. Ну! Это со второго ряда. С какого второго? Ты конченый что ли? Да прямо направо можно.